слышу сейчас вообще рацию. Чуть выше, парни, чуть-чуть повыше. 260, 260, ответ идет. По нам ведут. Мим, я думаю, пускай второй. Или у нас еще молодые сейчас на высотку надо. Одной походу. Второй, первый, давайте севернее. Мим, севернее не можем, у нас зоны накрывают, зоны. Ладно. Только 230, мы можем 230 к следующему холму перейти, безопасно будет. Шульман, бери свое отделение на 230 к следующему холму, давайте. Перенаправляй свое первое отделение к следующему холму, куда СВ-шни пришли. СВ на связь, прием. Раненых лечу. СВ в канал. Раненые занимаю себя и да, противник. Контакты, как минимум 3 человека на одном. Понял, понял. Сами все. Да, огонь, все запад. Высоту заняли? Высоту заняли. Все, да. Сейчас к вам подразделение выдвинется, будете накрывать. Шульман, выдвигаетесь? Так, возможно, Шульман раненый. Так. Первое отделение, внимание всем, первое отделение первого взвода. Повторяю, первое отделение первого взвода, сбор. Одно отделение запад крыть, другое юг. Шульман на связи. Шульман, Шульман, вы выдвигайтесь на 230, занимайте следующую высотку. Раненым докладывайте. Командир, первое отделение на связи, куда ушли? На 230 берите свою всю свою пехоту, бери. И на 230 к СВ выдвигайтесь. На следующий. Внимание, наша высота очень сильно. Понял, понял. Шульман, старайтесь безопасно пройти. Второй взвод, открывайте сейчас 200 дома, пока первый взвод проходит. Это что, скончавшийся? Второй. Понял, понял. К вам уже подкрепление. Шульман, 230 к следующему холму. Я после ранения сейчас пока двигаться толком не могу. Сейчас отдохну и пойдем. Ты свое отделение собери для начала.
Да, к следующему холму. Старайтесь безопасно пройти, накрывают жестко. МИП на связь. Вы видите зеленый? На связи. Зеленый да, наблюдаем. Сейчас... Горизонт северо-запад. Да, мы сейчас здесь все. А на море белый песок. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я свое внимание, по-моему, вас вижу, подхожу к вам. Хорошо. СВ? Да, СВ. Все. Шульман, я дошел до СВ, ожидаем вас. Сейчас выдвигаемся, только еще не могу их собрать никак. Вошли мы дурашки. Шульман, вас ждут очень долго, собирай быстрее, двигайтесь. Крок. Где Крок? Мне Крок нужен. Здесь. А, короче, дальше выдвижение будет у нас на 280. То есть сейчас старайтесь пройти в зеленку. Занимайте там зеленку. А, сейчас я тебе карту скину, посмотри по карте, короче. Давай. Смотри, карта. Да, первую, вторую обстановку. Девятую. А первую секундочку а, ну сейчас заложу. Аккуратно, с юга по нам. Блять, не с юга, с запада. Контактов не видим. Запада. С 270 по нам кто-то стреляет, но не видно. Девятую высоту, видишь? Девятую высоту. То есть от нашей позиции мы сейчас на 12-й, по-моему. К западу 9-й есть. На 12-й, в западе 9-й. Сейчас, подожди. Да, принял. Вот, можно начать сюда и пытаться открыть противника, как сказать. Хорошо, попытаемся. Все, карту верни. Так, положил. Все, сейчас открывайте огонь по противнику и как прекратить огонь, выдвигайтесь тихонечко, безопасно. Так, первый взвод докладываю. Заняли 13-ю высотку. Сейчас жду, пока мой второе отделение подойдет на высотку. Отправил разведывательное отделение на 9-ю, прием. Ясно, второй. Как-то кооперируйтесь с ними. Потерю первого нету. Шульман, доклад жду. Да ничего хорошего, ходят, блять, свои патроны ищут, не могут никак собраться. Ну так прикрикни. Прикрикну. Можешь на карте обозначить 13-ю высотку, где находитесь? Их несколько. Сейчас, секунду. 13-я высотка по координатам 024, 011, видишь? Вот мы сейчас разведывательной группой ушли оттуда на 9-ю. К западу. У меня второе отделение не может собраться и отойти на 13-ю. Там бойцы в антураж зашли и ничего не делают. Да мы по карте не ориентируемся, тут непонятно, где 13-я. Нет, я про свое второе отделение говорю. 24-11, повторим. 24, да, 11. Город, сейчас отдыхаем немного. Понял вас. Глубоко на юге, ясно. У меня разведка МИП сейчас на 9-ку отошла, оттуда продвигается на 10-ку и 12-ю. Буду занимать тут гору и работать по зоне. Жду, пока мое второе отделение соберется. Понял. Мало МИП прием. Может мы выдвинемся к кишлаку поближе? Шульман, доклад. Нашел другую группу, выдвигаемся дальше к вам. В смысле другую группу? Ну я хрен знает, что это группа, ну отделение такое. А твое отделение где? Ну, Токсик пошел вас искать, а... Зачем? Сейчас. Ну то есть не вас, а этот холм, вон он его вижу. Ваша задача, короче, занять этот холм. Занять.
В общем, собирай как хочешь, пацанов. Мне нужно, чтобы отделение прикрытие у меня было. Круг жив. Внимание, впереди противника. Впереди инфанный враг. Крок, внимательно, потихонечку подходите. Так, ну, давай, заливай на норму. Тема, сейчас. Принял, на принял. Связи. Тихонечко подходите, убивайте всех. Принято. Задача для вас пока занять вот этот холм, уничтожить противника и плацдарм для второго подразделения. Так, холм заняли. Прикрывать какую сторону светом? Сколько вас человек, доложи? Начинайте на 290 движение по низинке на запад. Ты первый выделение? Стоп, стоп. Сейчас постарайтесь просто отрабатывать на 290 по холму, который увидите впереди. Да, работай. Внимательно смотрите, сейчас возможно по этой высотке будут работать наши. Так, ладно, Шульман, отставить огонь, давайте двигайтесь на 290 по низу. Джекерри, со мной похоже твой пулеметчик убежал. Двигайся на 290. Джекерри, принял? Принял, но я как бы один тут. Джекерри, тогда давай, снимайся с позиции, догоняй нас. Принял, а зона, которую нам надо захватить, она на 220, так. Круг, с кем контакт? Убили одного на этой высоте. Двигаемся дальше. Нет, дальше не двигаемся. Зачем? Пока занимаем эту высотку, плацдарм здесь сделаем. Принято, тогда опозданием немного прижать. Так, МИП на связь, прием, говорит первое. На связи. А, сейчас мы заняли 13-ю высоту перед зоной. Внимание, 13-ю высоту перед зоной.